Сегодня, 19 марта, около 20 часов у деревни Лужицы Кингисеппского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Со стороны порта по направлению к поселку Услуга двигался автобус. Навстречу ему ехал автомобиль ВАЗ-2104. По словам водителя автобуса, все произошло очень внезапно, и он не успел даже среагировать на столкновение. Ну, я вижу, что он мне прямо в лоб идет. И так получилось, что я даже ничего не смог сделать, когда меня ударил, я руль бросил. Сорвал рулевую тягу в автобусе, на следующем полосе. Ну, а у него большая скорость, наверное, была, да? Как вы думаете? Я даже не успел среагировать. Я увидел вот там и уже здесь все. В результате автомобиль ВАЗ-2104 сильно отбросило в кювет, водитель скончался на месте. Возможно, по словам водителя автобуса, столкновение произошло из-за превышения скорости со стороны водителя ВАЗа. На место трагедии оперативно приехали спасатели пожарной части порта Услуга, медицинские работники и сотрудники ГИБДД. На месте происшествия сотрудники ГИБДД определят степень вины каждого из участников данного ДТП. На встречку вылезли. Да. Один человек был, да? Да, один. Когда мы приехали, был один только. А там пострадали еще кто-то в автобусе? Нет, да нет, там водитель один был. Водитель ходил с вами. А вы вообще представитель ДРСУ, да? Мы его сейчас промерили, я его в присутствии инспектора проверил. Это 45 метров до одной ямы, где-то от 30 до 45 метров расстояние от удара. Вот, поэтому, ну, во-первых, знак стоит там, неровная дорога, То есть он обязан был снять скорость. Сбросить скорость. Конечно. Значит, или он... Вообще водитель на автобусе, говорит, он вообще посередине шел. Просто, говорит. А он посередине? Он, говорит, гнал просто посреди дороги, говорит, вот так вот. То есть то, что он скорость была, превышение скорости огромная. Значит, это, даже если от этих ям, пусть он там, значит, его там подбросило, 40-50, от 45 метров, значит, он что, по воздуху, что ли, уходит? Так? Нет, просто... Я просто видел, когда уже на встречной полосе он был на моей. Я увидел. Он шел вообще, говорит, на встречную полосу. Он шел, вот, на встречную полосу. Вот удар-то где был. Вот раз удар здесь. Вот, смотрите, и он его ударил на его же полосе на встречную. Уважаемые автолюбители, скорость и спешка управления транспортным средством может привести к тяжким последствиям. Просим, не надейтесь на свой профессионализм в вождении, а подумайте о тех, кто вас ждет и кому вы очень нужны, веселыми и здоровыми.